1 по 4 октября набчане отвечали на вопросы руководителях администрации сельских округов. На первом месте по рейтингу доверия и одобрения населением – глава Благовещенского сельского округа. На втором – глава Гайкодзорского, бронза доверия у главы Витязевского сельского округа. Жители Гастагаевского, Анапского, Приморского округов видят недостатки в работе глав, а в Джигинском главе просто не доверяют. Главная оценка нашей деятельности, я говорил об этом в декабре, в январе, в предвыборную кампанию, после выборов. Какая? Оценка населения. Совершенно правильно. Оценка нашей деятельности людьми. Сергей Сергеев подтвердил свое отношение к работе конкретным примером. За неделю специалисты не зафиксировали ни одного нарушения по детскому закону 1539. В отчете на планерке сразу после замечания 4 фамилии. Сергей Сергеев усомнился в честности отчета и распорядился провести служебную проверку. Сотрудники миграционной службы провели 7 проверок на подведомственном их управлению поле. По итогам составили 12 протоколов. Троих граждан Узбекистана выдворили из страны. Россиян, нарушивших закон, предоставивших место для проживания или заведомо ложную информацию, оштрафовали. Один из штрафов на юридическое лицо – 800 тысяч рублей. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина запланировала провести 3 совещания. По инвестиционным проектам содействую им и по заявкам на размещение муниципального заказа. Кто понудил нас выдать разрешение на строительство, чего молчит, на вот этот заправку, план? Прокуратура. Предупредили нас об уголовной ответственности за невыдачу разрешения, да, неправомерно. Рядом человек тоже имеет землю для строительства малых гостиниц. Мы ему не выдаем сегодня агротплан. Мотивируйте его. Напишите за моей подписью запрос в прокуратуру. Проведите аналогию. Тут АЗС. Да? Как нам быть? Запрос. И пусть он напишет мне, или они, что вы обязаны выделить и здесь. И когда природоохранная прокуратура и комиссия высокая спросят, на каком основании в планах это построено, почему отсыпано, почему построено, вот эти письма вам помогут. На предстоящей неделе специалисты управления торговли и сотрудники ГИБДД разработают план-схему расположения 400 нестационарных торговых точек. И распоряжение мэра Сергея Сергеева, хозяева участка пляжа на первом проезде ДЖМТ, лишаются права продления аренды территории. С таким хамством давно не приходилось встречаться. Все, те арендаторы уходят на совсем. Я не хочу их здесь видеть. Не хотят работать, после себя не убирают, оставляют это уродство на пляже. Я такого не видел, как я увидел в первом проходе. Да. Не видел в жизни, я даже не представлял. На свалке порядка больше. На свалке ты был. Вот. И у нас есть специализированная организация, которая себя показала с хорошей стороны. Передаем, и пусть они потом пляшут, скачут и так далее. Подробности отопительного сезона, подготовка 63 котельных и запас альтернативным топливом. Контрольный вопрос в отчете заместителя мэра Анапы Алексея Харитонова. 5 октября некоторые котельные заработали для подачи тепла в детские садики и жилые дома по заявкам управляющих компаний и ТСЖ. С 15 октября, то есть во вторник, тепло подадут во все квартиры анапчан. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.